Прогноз развития экономики и переход на одногодичную верстку бюджета – главные вопросы, которые сегодня обсуждались на заседании регионального правительства. Проектом бюджета у нас предусмотрен рост государственного долга, ну, порядка 800 миллионов рублей. Собственно, не считая, что эта сумма очень значительная, общий объем государственного долга у нас планируется на конец 2016 года 57% к собственным доходам, из них коммерческая часть 41,4%. Представители власти успокаивают, в будущем году социальная направленность бюджета сохранится. Индексация пособий и заработных плат составит от 4 до 11%. А вот планировать распределение средств из казны будут только на один год, а не на три, как раньше. Это вынужденная мера, возникшая из-за непростой ситуации в стране. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области предусматривает несколько этапов развития. Первый и наиболее вероятный, что санкции не снимут, а курс доллара останется на уровне этого года.